Всем привет, с вами Лего, и сегодня мы с вами поедем в Архангельское село. Как мы уже видим, мы уже едем. Наш аппарат Deo Nexia и нас в машине четверо. На самом деле, все-таки уже весна, и нужно как-то поднимать свои задницы и поехать куда-нибудь отдохнуть. В плане пожарить сосисочки, посидеть в дружной компании. Кстати, это Мега. Сейчас мы ее видели. Большой такой магазин, в котором жители Башкирии, то есть города Уфы, закупаются, тратят свое большое количество времени, но с пользой, потому что покупать что-то – это полезно, и тратить свои деньги. Вообще, трасса была спокойная, ничего не предвещало, зимние колесы по асфальту гудели, мы рассказывали друг другу различные истории, было на самом деле весело. А ехать до Архангельского села где-то примерно 95-110 километров. Что я вам скажу? По затратам это примерно около 350 рублей в одну сторону и 350 в другую. Еще если взять амортизацию автомобиля, то можно еще прибавить по 150 сверху в одну сторону и в другую. А я сидел в машине в это время, попивал стекло. Попивал пивко. Почему я посмотрел на стекло, кстати, Искина слева? Потому что, видите, оно стало чистым. Потому что наш водитель, Кирилл, он просто заехал за нами. Я ему даже говорил, что я возьму камеру. И соблюдайте правила дорожного движения. Так вот, он даже не протер окна, не протер машину. На самом деле машина была очень грязной. Так как Кирилл у нас не умеет протирать руками, он это делает все только в автомойке. Поэтому я вышел, взял салфеточки и протер. У нас тут Kia мешается. Зачем я ее снимал, непонятно. Наверное, просто так. Вот, кстати, мост, река Уршак. И сделаем ответвление. Уршак — река в Башкортостане, это левый приток реки Белой. Длина реки 193 километра, что в два раза больше нашего пути в одну сторону. Рельеф бассейна слабохолмистый, питание реки преимущественно снеговое, замерзает в ноябре, а вскрывается в конце апреля, начало мая. И вот мы уже проезжаем Булгаково, село в Уфимском районе Башкортостана, центр сельсовета. Село находится на правом берегу реки Уршак. Через село проходит автомобильная трасса П-314, связывающая Уфу и Оренбург, и примыкающую к ней трассу Уфа-Белорецк. В селе есть микрорайон-аэропорт, взводится Булгаково-2. На самом деле, это очень отличное село, если вы хотите строить здесь дом, здесь... У моих товарищей уже есть дома, причем такие не слабые. И по населению, по численности, если взять 2002 год, то это было около 2800 человек, то в 2010 это 3591 человек. На сегодняшний день переписи почему-то не было, но я вам точно скажу, что мне кажется, уже около 6000 человек заполонило Булгаково. По развилке мы поднимаемся вверх, в сторону Учелы, Белорецка, Магнитогорска. А сейчас мы уже проезжаем Кармаскалы. Это уже около 39 километров от Уфы. И в Кармаскалах население насчитывается 7843 человека в 2002 году и в 2010 8540. Но в 2009 было больше, чем в 2010. Не знаю почему, наверное, все поехали в сторону Булгакова, потому что все-таки там ближе к городу и больше инфраструктур. Вообще, село появилось, насколько я понял, в 1920 году, и там проживало вообще 3767 человек. Вот, в принципе, такие дела. Кстати, Кармаскалы... Это деревня татары-башкир, потому что в ней находится 53% татар и 30% башкир. Кстати, совсем забыл рассказать про наш радар. У нас
отвалилось крепление, и потом отвалится еще и второе. И мы придумали обычный, простой русский способ. Пачка сигарет припирает радар к окну. И все работает, потому что мы ехали довольно-таки быстро, может быть, не буду говорить эту скорость, но быстро. Мы потому что выехали очень поздно и хотели доехать пораньше. Но, к сожалению, мы приехали уже под темень. Потом мы уже начали топить баньку, об этом чуть позже. Заехали в село Архангельское, уже было около, по-моему, 8 или 9 вечера, 8:30 я вижу. И вот, как вы видите, обычное село, уже домики такие старинные, дорога разбомбленная, еще лежит снежок. Мы быстренько поставим машину, будем топить баню, накрывать на стол и уже греть печку, потому что было холодно, и отдыхать. Я не снимаю, просто... Ты выходи. Ты выходить будешь? Нет сегодня? Нет! Я не снимаю! Выходи уже! Расскажешь привет, YouTube. Ага. Ладно, я вот мы будем снимать, как мы. Кстати. Как мы это отмечаем. Сейчас. Сосиски. Жареные сосиски. Мы их уж будем хавать. Не видно, правда? Поближе пойти не можешь, что ли? Нет, там света нет. Ну, все равно она ночью плохо снимает. Не хватило бюджета. Она только днем. Ой-ой-ой-ой, ни хрена себе. Обалдеть. Я вообще такого не видел уже давно. Стой, говорит. Вот, вот они, убийцы. Вы зачем всех трогаете ночью? Зачем деретесь ночью со всеми? Ага, конечно, вы как захуярите всех тут. Олег, вот они, вот они, глазок, вот они, глазок, убийцы. Глазок, понимаешь? Он, понимаешь, вот он может спить, да? Может в лесопед спить, все может. Во-во-во-во, лесопед спить может. Да. Пацаны, пацаны, как жизнь молодая? Расскажете что-нибудь, нет? Потом в Ютубе увидите себя. Потом в Ютубе себя увидите. Да ладно, что вы есть, это же прикольно. Я тоже вот снимаю ролики. Да, давайте, говорю, расскажете что-нибудь. Вместе вот вставайте на велика. Как вам? Вы здесь живете? Да. Учитесь? Да. А где школа? Вот прямо. Вы в каком классе учитесь? О, блин, здоровый что-то! Куда он катается?
Тихо. О, блядь. Какой я? Я реально не могу. Дали речь кричать. Олег! С Уфы приехали. Я тоже там живу. Где живешь там? Ну я не там живу, там у нас гости. Что в цель собаки есть? Почему? Не знаю, что он свежий. Вот ты инвалид. Сам попробуй покататься. По асфальту легче будет. Я тебе отвечаю. Попробуй съезди на фон. Вот. Разогнался. Опа. Опа. Опа, да? А куда у нас Инка пропала? А? Инка куда пропала? Наверное, заспряжилась. А! Чего? Дай тебе там рулем покрутить. А с тобой? Появилось? Запись, все. Теперь вы записываете. Да. Можете крутить. Я знаю. А там сверху приближай зум. Такая ползунок. Да-да-да-да. Влево, вправо. Вправо. Блядь, ну ты сидишь сам по морде, не стоит сюда грязь, блядь, пиздец. Ну, сбивай сам. Скажи, чем? Рассказывай что-нибудь, Николаш. Нечего рассказывать. Некит пусть рассказывает. Некит, расскажи что-нибудь. Пусть Денчик. Да ну нет. Давай про Наташу Ростов. Расскажи, Некит, этот. Как младшую, это что-то.
уберу. А вас я лечить буду. Давай, Никита, на пульт. Давай. Че расскажешь? Как скажи, как это. Ведут, короче, в школе допрос. Кем ты будешь работать? Там повар, продавец. Отойди назад. Очередь до Вовочки. Мариванна такая Вовочки спрашивает. Вовочка, Вовочка, а ты кем будешь работать? Такой, я Мариванна, сексопатологом. Лицо подними. Почему именно сексопатологом? Он такой, ну смотрите, идут две девушки. Одна лежит мороженое, другая сосет. Вопрос, какая из них замужем? Мариванна такая говорит. Рома, стой. Ну та, наверное, которая сосет мороженое. Нет, Мариванна, там... Замужем та, у которой колечко на руке. А вас я лечить буду. Все, стоп. Где стоп? Меню. Так, 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 так. Что такое? Слава. Хотя спросим их. Пускай расскажут кому-нибудь. Так. Че, он сюда куда-то нужно? Вот так. Сюда? Точно? Сюда. Возьми, поехали. Кирилл соблазил. Ага. Не знаю пока. Не должны скрипеть так-то. А у него будет сердечко водиться, да? Нет. Нет? Лего сердце сел за руль. Память заканчивается. Что-то лицо у него не особо довольное. Ну, он серьезно. Нет, да, сейчас не скрипело. Ты когда ехал, у тебя там... Да, это было заднее, как будто. Было, да? А мне когда момент ехал, тоже было, да? Был, нет. Ага. Ну, блядь, когда едет, свин вот человек стоит. Базарный. Ну, сносит, пиздец. Я тебе говорю, вот. На снег только лежишь. Я говорю, как снег, все, на них есть. Так, ну, брат.